Дамы и господа, нет, не так. Братья и сестры. Шаман. Лучший рэпер во вселенной. Шаман. Новый Стас Михайлов. Шаман. Трек называется «Самый русский хит». Блять, ну он стебется, но это невозможно серьезным ебалом делать. Но это прям вот трололо уровня Гудкова должно быть с таким названием. Проблема в том, что Шаман не умеет в самоиронию. Самый русский хит. 2 миллиона подписчиков, за один день уже почти 1 000 000 просмотров. Ребята, выпускайте в Сратослава. Шаман. Значит, сходу отсылка к акции Павла Дурова, когда он призывал выпускать бумажные самолетики из окон. Тут же триколор российский. Ух! Бога нет, и мы сейчас в этом убедимся. На сердце лежит снег, где-то -30. Дорога в дом так щемит душу ностальгии. Так много тех, кого я больше не увижу. Так мало тех, кто наберет и даст мне силы. Я с небом говорю, оно в ответ молчит мне. Закрыл свои потому глаза, что Бога нет. Голову на подушку. Мне не вернуть назад время, где был мальчишкой. Но я смотрю вперед, а там седые души. И только звон гитары так бодрит. Я напишу самый русский хит про мою грустную душу. И сердце пусть болит за тех, кого я не прошу. Такое человек не прячет совесть под кожей. И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. Самый русский хит про мою грустную душу. И сердце пусть болит за тех, кого я не прошу. Такое человек не прячет совесть под кожей. И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. Ну вот это вот бабушка прям чувствует. Вот она прям чувствует. Не, ладно, если серьезно, блин, он умеет петь. Он хорошо поет. У него клевый голос. Эту бы энергию да в мирных целях. А километры лет прошли, как одна вспышка. Я повзрослел, но в душе еще ребенок. Я помню, мама мне на кухне читала книжки. Чайник кипел и пил по перепонкам. Дорога одинок. Я не знаю, что меня умиляет больше, то, что шаман в шматье за много тысяч долларов сидит в обоссанном российском подъезде типичном, или то, что он со своей духовностью и вот этим всем стыдливо стер с пера грифа гитары имя производителя. То есть, видите, вот эта часть гитары, где колки крепятся, вот справа по кадру, там написано, название производителя должно быть, и оно просто стерто наждачкой, оторвано. Не заплатили за интеграцию. Не православно, не скрепно. Чайник кипел и пил по перепонкам. Дорога одинокая, но музыка попутчик. И поезда вернут меня на шумные вокзалы. И если мое небо затянули тучи, я просто улыбнусь. И все начну сначала. И только звон гитары так бодрит. Я напишу самый русский хит про мою грустную душу. И сердце пусть болит за тех, кого я не прошу. Такое человек не прячет совесть под кожей. И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. Самый русский хит про мою грустную душу. И сердце пусть болит за тех, кого я не прошу. Человек не прячет совесть под кожей. И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. А, мне сперва показалось, что он в УВД эту часть записывает, что его все-таки задержали за эту хуйню, но нет. Но я так понимаю, что если бабка вызвала ментов, пожаловавшись, что у нее в подъезде шаман поет, то бабку сейчас арестуют и лет на 5 закроют, учитывая текущие тенденции.
равнодушную душу. И сердце пусть болит за тех, кого я не прошу. Такой человек не прячет совесть под кожей. И этот хит для тех, кто это чувствует тоже. Самый русский хит. И сердце пусть болит. Такой человек. И этот хит для тех, кто это чувствует. Красивый кадр. Знаете, что у меня не укладывается в голове, глядя на все вот это вот? Сейчас какой-нибудь кадр найду. Шаману четвертый десяток. Типа, я когда его первый раз увидел, я думал, ну, пацану года 23-25. Ему за 30. Понимаете? Ну, как бы сказать. Хорошо ли это сделано? Блять, да, хорошо. По музыке такая классическая русская эстрада, такая немножко нафталиновая, чтобы за душу брало. Ни одной какой-то сложной, ни одного сложного отхода от гармонии. Все вот прям по заветам, как Лепс завещал. Чего, как, какие 30 плюс? Да, блин, погуглите, ребята, Шаману четвертый десяток. Я сам в ахуе. У него хороший голос. Ну, правда. Пацан умеет петь. То, что он душу продал за всероссийскую популярность и сейчас вынужден зиговать и ездить по всяким оккупированным территориям, выступая перед военными в Баленсиаге, это издержки дешевой популярности. Петь-то он умеет. Понятно, что была расчищена поляна под то, что нам нужен свой патриотический герой. И он просто, ну, был тем, кто был достаточно небрезглив, чтобы согласиться. Дамы и господа, православный шаман. Ну, а по треку мне трудно что-то сказать, потому что он... Очень понятно, зачем сделан. Очень понятно, к чему апеллирует. И при этом, ну, понятно, что оно вызывает омерзение, отвращение. То есть, вот понимаете, когда кто-то насквозь бездарный делает насквозь бездарную хуйню, чисто ради того, чтобы... его полайкали и запостили, и там на радио пустили. Это понятно. В случае с шаманом боль заключается именно в том, что, ну, ты бы без этой хуйни, конечно, мог бы собрать свою аудиторию. Понятно, что не такую. Понятно, что сейчас зигующие турбопатриоты все как один слушают шамана. Это сделало шамана одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Но он выбрал свой путь. Он лет 15 пытался пробиться и не мог, пишут. Ну, я не очень хочу цитировать шамана, но он просто сам это в своем треке говорит. И, ну, собственно, раз сам сказал, то почему бы не процитировать? Ну, вот такой вот он человек. Причем даже нет, не так. Вот такой вот он человек. С гнильцой, так сказать. Видимо, парень отчаялся. Блять, это шаман. Все, хватит серьезно про это говорить. Ну, шаман. Все, халь Путин. Дом так щемит душу ностальгии. Так много тех, кого я больше не увижу. Так мало тех, кто наберет и даст мне силы. Я с небом говорю, оно в ответ молчит мне. Закрыл свои глаза, голову на подушку.